В Томской области продолжается прививочная кампания против гриппа. На текущий период вакцинировались 275 тысяч жителей региона. В это число входит почти 74 тысячи детей. По данным Департамента здравоохранения, в наличии детский и взрослый Совигрипп и препарат Ультрикс Квадри для детей и беременных. Привиться от гриппа можно бесплатно в поликлинике по месту жительства. Там же проводится вакцинация и ревакцинация против коронавирусной инфекции. Беременные женщины могут пройти вакцинацию в поликлинике по месту жительства либо в женской консультации. В Колпашевском районе с начала сентября прививку от гриппа сделали 9 тысяч взрослых людей и 5 269 детей. Добавлю, за текущий год впервые привились от коронавируса 1193 человека, ревакцинировались 10 369 колпашевцев, а также 140 детей. Поставить бесплатную прививку можно в Колпашевской районной больнице. Запись на вакцинацию проводится по телефону 4-22-40. Перед прививкой проводится медицинский осмотр, врач определяет возможные противопоказания. Пункт вакцинации работает с понедельника по пятницу с 8 утра до 8 вечера, в субботу с 9 до 12 часов.